Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим пирожные школьные. Для их приготовления нам понадобится для теста 500 грамм муки, 300 грамм сливочного масла, 200 грамм мелкозернистого сахара или сахарной пудры, 2 яйца, пищевая сода, ванилин, соль и немного лимонного сока или уксуса для гашения соды. Для приготовления помадки нам понадобится 200 грамм сахара, немного какао-порошка, немного лимонного сока. Также для приготовления пирожных нам понадобится примерно 150 грамм повидла. Начнем с приготовления песочного теста. В глубокую посуду выкладываем размягченное сливочное масло. Добавляем стакан сахара, 200 грамм. Примерно 1 грамм ванилина. И хорошенечко растираем масло с сахаром. Теперь отставляем масло в сторону. В отдельной посуде взбиваем 2 яйца с небольшим количеством соли. Яйца взбивать не нужно, до легкой пены. По чуть-чуть вливаем яйца в получившуюся смесь из масла и сахара и продолжаем все это перемешивать. Теперь берем примерно четвертую часть чайной ложечки соды, гасим ее лимонным соком или уксусом. Добавляем в тесто, хорошенько все перемешиваем. Добавляем постепенно 500 грамм муки и замешиваем тесто. Тесто получается липучее такое, довольно-таки. Собираем его в один комочек. Сильно вымешивать его не нужно, просто слепить в один комок. Убираем комочек в пакет. Ставим его примерно минут на 15-20 в холодильник для того, чтобы тесто остыло. Примерно через 15 минут, когда тесто остынет, делим его напополам. И каждый кусочек раскатываем на пергаменте в пласт толщиной примерно 1 сантиметр. И размером 20 на 25. Раскатанный пласт теста перекладываем на дощечку и убираем его пока в холодильник минут на 15. Разделываем следующий пласт и можно ставить уже разогреваться в духовку до 180 градусов. Духовка разогрелась. Повторюсь, что духовку мы разогревали до 180 градусов. Перекладываем остывший корж на противень и отправляем его на выпечку.
Время приготовления коржей, конечно же, зависит от возможностей вашей духовки, но в среднем на приготовление одного коржа уходит 7-10 минут. Будьте внимательными, как только он начнет подрумяниваться, сразу вынимайте его из духовки, так как есть вероятность пересушить песочное тесто. Пролетело 10 минут, именно столько выпекался первый корж у меня в духовке. Теперь выпекаем второй корж. Пока выпекается второй корж, первый горячим снимаем с пергамента. Ничего страшного, если корж немного поломается. И горячим смазываем его тонким слоем повидла. Когда второй корж будет готов, быстренько горячим его прям перекладываем на первый промазанный корж. Коржи убираем пока в сторону, пусть они хорошенечко остывают, а мы займемся глазурью. Для приготовления глазури нам понадобится сахарная пудра. Изготовить ее можно при помощи кофемолки. Можно использовать, конечно, покупную сахарную пудру, но чаще всего в ней содержится крахмал, и консистенция помадки может отличаться от той, которую приготовлю я. Теперь в сахарную пудру добавляем примерно пол чайной ложечки лимонного сока. Добавляем прям крутой кипяток по чуть-чуть. И завариваем помадку. Много кипятка добавлять сразу не нужно. Нужно прям по чуть-чуть. Вот добавляем кипяточек и добиваемся нужной консистенции помадки. Помадка готова. Теперь смазываем ею коржи. Работать нужно довольно-таки быстро, потому что помадка быстро застывает. Часть помадки нужно оставить. Добавляем в нее немного какао-порошка. Все хорошенько перемешиваем. Если глазурь начинает подстывать, нужно чуть-чуть добавить в нее кипяточка. Коричневую глазурь перекладываем в мешочек или в корнетик. В пакетике на уголке отрезаем небольшую дырочку такую делаем. И коричневой глазурью рисуем рисунки.
Когда глазурь застынет, обрезаем ровненько края у коржей. И нарезаем коржи на одинаковые порционные кусочки, то есть на пирожные. Пирожные школьные готовы, можно подавать их к столу. Я надеюсь, что они вам понравятся. Ну, а мне на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока.